Люберцы станут территорией еще одного вида спорта. Администрация городского округа подписала соглашение с Федерацией спортивной борьбы России. Торжественная церемония прошла в лицее номер 15. За ней наблюдала наша съемочная группа. Теперь таких спортсменов станет еще больше. В округе расширяются возможности занятий борьбой. Соглашение, которое позволит развивать олимпийские виды единоборств, уже подписано. Люберцы! Есть уникальная возможность прославить свой род, свою семью, свою фамилию, малую родину и, конечно, нашу великую страну Россию, выступая на самых высоких уровнях, в том числе и на Олимпийских играх. Сегодня в городском округе Люберцы занятия по греко-римской борьбе ведут в спортивной школе Олимпийского резерва и в спорткомплексе «Спартак». Тренировки посещают более 350 ребят. Среди них уже есть успешные борцы. Турнир был в Дворце спорта Эригина. Приехали из Германии, со всей России. Выиграл, первое место взял. Хочу в следующем году поехать на чемпионат России. И надеюсь, его выиграю. Федерация спортивной борьбы России основана в 1993 году. На сегодняшний день она представлена в 76 регионах страны. В большинстве из них борьба – базовый вид спорта. Мы претендуем на особое отношение к нашему виду спорта. Во-первых, это исторические корни, которые есть. Это первые Олимпийские игры. Но потом это вид спорта, который доступен буквально любому мальчишке или девчонке. Пойдем в состав федерации, где есть возможность опираться на какие-то традиции, участвовать в самого разного рода соревнованиях, в системе участвовать, где есть плановая работа, где есть методическая помощь, в том числе для тренерского состава. А еще подписание соглашения позволит развивать программу «Спортивная борьба в школу». Проект реализуется в округе с 2016 года. На сегодняшний день в общеобразовательных учреждениях оборудованы специальные залы для занятий этим зрелищным видом спорта. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.